Не могу понять, как это сделать лучше. Ты изучаешь меня на свету, пока я мраморно эстетично. Еще раз, не попала я. Еще раз, нет, мне не нравится. Еще раз, последняя строчка у меня здесь. Мне плевать, если неприлично. Бомба. А ты знаешь, как будет называться альбом? Караоке провоке. Почему провоке? Что потому что провоке — это провоцировать, это такой жанр провокативный. Караоке, понятное дело, что я создаю караоке для людей. Класс. Мы тем временем будем сегодня искать сокровища среди огромного количества пластинок. Ребят, классный магазин. Не слишком много всего, не слишком мало. Удобно. Уютно, светло. Я лично копаюсь в диско. Я нашла Jumbo Caribbean диско. Надеюсь, это что-то стоящее меня качнет и вдохновит. Мы недавно здесь нашли пластинку индийского диска. Мы успешно ее засэмплировали и сделали новый трек. I'm into disco right now. Каким по ощущениям будет альбом? Как его можно характеризовать на данный момент? Ну, лейблы, с которыми я общаюсь, говорят, что сложно очень. Мне есть чем сопоставлять, потому что вот предыдущий альбом действительно очень сложный. Я, в принципе, как бы понимаю, чего хотят люди и что нужно лейблам, но это не то, что нужно мне пока что. А если ориентироваться на то, что нужно мне, это пока что не то, что нужно лейблам и людям, вот поэтому нужно найти какой-то компромисс, получается. Конечно. Но не отрываясь от процесса создания. Не хочу просто притворяться, короче. Не хочу притворяться тем, чего от меня ждут. А как ты думаешь, чего от тебя ждут? Ну, в соответствии с тем, какая у меня оболочка, от меня ждут какой-то попсы, я не знаю, наверное, и того, что я образумлюсь и буду смотреть на Запад, петь на английском. При этом мне абсолютно это не по душе. Получается, я просто для большинства людей в какой-то момент типа просрала свой шанс там засветиться на небосводе worldwide сцены. У меня что-то джазовое настроение, хочется чего-то необычного. Я просто очень много слушаю музыки и по работе, и по жизни. И хочется иногда что-то типа найти такое, что взорвет мозг. Ну, что тебе последний раз взорвал мозг? Мне году в 15-м нормально порвал мозг арка. 15-й год это было так давно. Неужели ничего нового не было? Порвало, это значит какое-то типа изменение в сознании должно было после этого произойти. То есть просто вдохновило или очень понравилось, как бы, конечно, много такое было. Когда мы начали с Юрой Усачевым делать музыку, тоже мне это в какой-то момент порвало голову, потому что он, конечно, гений. У нас были на студии стояли модульные синтезаторы, которых я до этого вообще никогда не видел, в принципе. А у нас были большие шкафы, типа, крутые, которые нам кто-то подогнал. Мы писали на них какие-то абсолютно отъехавшие электронные симфонии. Просто могли по очень много часов этим заниматься. Знакомство с Юрой определенно вообще повлияло на меня и на мой звук. Что, караоке работает или нет? Как вам удается сохранять детскую вовлеченность и интерес вообще к тому, что происходит, не теряется вот этот запал? Мне кажется, по-другому нельзя, нужно воспринимать все как-то легче и обновляться, не держаться за то, что было, потому что все так быстро стирается, что все это держать в себе нет смысла. Идешь вперед и все. Да, отлично, все, спасибо, что трубы. Нужны трубы. Правда. Но у нас же есть трубы в этом. Нет. Труба такая шикарная. Как старая женщина, шикарная такая труба должна быть. Да? Джазовая потаскуха возрастная должна быть. Я готова.
Сюзан, какие бы три пластинки ты взяла бы на необитаемый остров? Я взяла бы свой альбом танцевальный, который мы сейчас пишем с Никитой. Он по-настоящему танцевальный. Там есть диско, там есть хаос, там есть... Я уже постановку хореографическую думаю на хаос, думаю, очень хорошо. Три пластинки? Да. Ну, Мегалит обязательно взял. Это первое. Понимаешь. Я бы взял Джимми Хендрикса с собой. И я взял бы с собой Нирвану. Nevermind, я слишком много раз прослушал, я могу его весь в голове прокрутить без, ну, без воспроизведения. Это не вопрос к владельцу магазина пластинок, понимаешь? Не туда. Убейте меня сразу, как бы. Только не выбор из трех, как бы. Хотя бы 333. Я бы еще подумал. Я очень, знаешь, всегда хотелось быть собой, быть человеком. Это у меня прям, знаешь, какая-то сверхзадача была с детства. Потому что известность ко мне пришла, когда мне было всего там, едва 16. Из меня делали как Риану, как Агилера. Давайте сделаем как тот или иной фермач. Я в какой-то момент поняла, что ну, это какая-то прям моя задача. Что называется, просто как-то из себя вытаскивать то, что мной действительно является, и развиваться просто для того, чтобы был свой стиль. Да, да. А это единственный путь. Ну, как вот так балансировать между тем, чтобы не уходить в андеграунд и делать что-то при этом коммерческое? Нужно постоянно вот представлять себе, что есть две чаши весов, и постоянно чередовать активности, я думаю. Mm-hmm. То есть делать нечто, то есть не надуманное. В любом случае, это чувство того, в чем ты можешь быть органичным. И не бояться именно стать популярным с чем-то массовым. Mm-hmm. И при этом не бояться того, что ты не сделаешь какой-то бенгер. Просто потому, что в этом нет смысла, а страх, он как раз-таки сковывает все твои движения, в которых можно найти ту самую выигрышную золотую фазу. Тут можно та-дан-та-дан. Да, я там поставил, сейчас послушаем. Либо есть вот такой вариант первого куплета.